Дьюкоскопи Банк СА. Огромное количество банковских организаций занимается онлайн-торговлей на рынке Форекс. Не исключением является компания Дьюкоскопи Банк СА. Это швейцарский банк, предоставляющий услуги в режиме реального времени для частных и корпоративных клиентов. Он имеет лояльные торговые условия и пользуется популярностью среди инвесторов и вкладчиков во многих странах мира. Дьюкоскопи Банк СА. Что представляет собой Дьюкоскопи Банк СА? Компания была основана в 1998 году и зарегистрирована в Швейцарии, а ее штаб-квартира по сегодняшний день расположена в Женеве. За годы существования организация активно развивалась и расширяла свои масштабы, превратившись в крупную финансовую группу. В ее состав входят банковские учреждения и дилинговые центры, которые направлены на предоставление услуг через личную ICN-торговую площадку типа SWFX. Деятельность брокера контролирует финансовый регулирующий орган Швейцарии FINMA согласно выданной лицензии. Также компания имеет несколько дочерних филиалов, зарегистрированных в Латвии, Риге и Токио и работающих на основании государственных сертификатов. Трейдинг на рынке Форекс и CFD-контрактов дилинговый центр осуществляет через официальный интернет-портал www.dyukoskopi.com. Он имеет удобно структурированное содержание, рассортированное по конкретным разделам. На сайте представлена информация о компании, ее сервисах, торговых инструментах, способах пополнения и контактах службы поддержки. Условия торговли. Брокер имеет довольно привлекательные торговые условия, которые позволяют трейдеру заключать сделки с высокой вероятностью на получение прибыли. Среди них – терминалы, GForex, Java, веб-платформа. Мобильные приложения – SWFX Trader для гаджетов на базе iOS и Android и Swiss Forex Trader HD для iPad. Демо-счет – есть. Минимальный депозит – $1000 или эквивалент. Минимальная стоимость лота – 0,001. Комиссия – до 30% за 1 миллион долларов. Валюта счета – USD, JPY, EUR, CAD, GBP, RUB, PLN, AUD и другие. Виды финансовых активов – валютные пары, металлы, сырье, CFD на индексы, акции и товары. Спред – плавающий, от 0,2 пунктов. Кредитное плечо – до 1,03. Котирование – 5 знаков после запятой. Маргин колл – 100% стоп-аут, 200%. Способ исполнения ордера – Market Execution. Техподдержка – 24/7. Регистрация на сайте. Чтобы приступить к торговле на площадке Дьюкоскопи Банк СА, следует создать личный аккаунт. Для этого необходимо выполнить следующие шаги – совершить вход на сайт брокера www.dyukoskopi.com, нажать кнопку «Открыть лайв-счет», заполнить регистрационную форму, указав сумму для инвестирования, категорию пользователя и внеся в пустые поля персональные данные. Пройти процедуру верификации, предоставив сканированные копии документов, перечень которых предписан в пользовательском соглашении. Пополнить счет на сумму от $1000. Как внести первый депозит, прежде чем начать торговать выбранными финансовыми активами, трейдеру предстоит внести первоначальный депозит. Для выполнения финансовой операции можно воспользоваться одним из предложенных способов – банковским переводом кредитной картой. Visa или MasterCard, расчетной картой Visa Electron или Maestro. При выполнении транзакции деньги будут зачислены на счет в течение одного рабочего дня, за исключением банковского перевода, когда обработка заявки длится до 3 дней. Кроме того, брокер не взимает комиссию за ввод или вывод средств, однако банковские организации, через которые проходят финансовые операции, могут начислять плату в размере от 1,2 до 2,3%. Торговля на площадке Дьюкоскопи Банк СА осуществляется на едином счете. Стоит отметить, что брокер предоставляет платное обслуживание, соответственно, трейдер обязан ежегодно оплачивать услуги компании в размере до 200 швейцарских франков. В случае отсутствия активности на торговом счете в течение 365 дней, его баланс может быть обнулен, а учетная запись заблокирована. Какие предлагаются торговые платформы? Компания Дьюкоскопи Банк СА предоставляет возможность своим клиентам несколько терминалов для трейдинга. Среди них представлены программы для работы в браузерном, десктопном и мобильном режиме GForex. Софт предназначен для ручного и автоматизированного трейдинга.
На нем можно не только торговать существующими контрактами, но и тестировать собственные стратегии, используя сервис API. Программа доступна для скачивания и установки на ноутбук или стационарный ПК. Java – неординарная платформа, предназначенная для мануального трейдинга. С ее помощью можно следить за графическим отображением котировок, применяя различные инструменты для технического анализа. Веб-платформа. Она может использоваться для торговли в онлайн-режиме. Благодаря ей трейдер сможет самостоятельно производить настройку обновлений глубины рынка и передающихся котировок. Помимо этих терминалов, брокер предоставляет активным пользователям мобильные версии приложений SWFX Trader и Swiss Forex Trader HD. Они предназначены для установки на портативные устройства с операционными системами iOS и Android. Для трейдинга на брокерской площадке предлагается хороший выбор финансовых активов, среди которых более 55 валютных пар EUR, USD, AUD, USD, USD, JPY, GBP, USD, EUR, RUB, EUR, JPY, USD, CAD и другие, металлы, золото и серебро, энергосырье, природный газ и нефть, 4 CFD контракта на товары, 12. CFD-контрактов на фондовые индексы, CFD-контракты на акции биржевых рынков Швейцарии, США, Швеции, Дании, Бельгии и других стран. CFD-контракты на облигации правительства Германии и Великобритании. Поддержка клиентов. Получить консультацию от квалифицированных специалистов можно в службе технической поддержки трейдеров, которая работает в мультиязычном режиме. К оператору есть возможность обратиться одним из следующих способов: через чат-приложение, по электронной почте, через лайв-чат, по телефону, +41 022 799 48 59, для абонентов Швейцарии, +7 495 642 81 21, для жителей России. Служба поддержки работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Подробные контактные данные брокера можно найти на его официальном интернет-портале. Плюсы и минусы банка. Ознакомившись с информацией о компании, указанной на ее официальном сайте, можно сделать определенные выводы. Стоит отметить, что брокер имеет такие преимущества: несколько терминалов, финансовый регулятор FINM и возможность торговать. На демо-счете, узкие спреды, круглосуточная техническая поддержка, огромный выбор валют для торгового счета. Вопреки хорошей репутации за рубежом, брокер имеет некоторые недостатки: внесение платы за открытие счета, высокий минимальный депозит, отсутствие обучающего материала, скудный выбор способов для финансовых операций. Отзывы о брокере реальных трейдеров. Брокер работает исключительно с профессиональными трейдерами. Это объясняется отсутствием на площадке обучающего материала. При этом на тематических форумах регулярно появляются негативные отзывы от клиентов, которым по воле случая пришлось торговать на предложенной брокером платформе. Пользователи пишут, что при работе регулярно происходят технические сбои, проскальзывание котировок и урезание кредитного плеча в рабочие дни. Кроме того, при пополнении счета модераторы компании просят от вкладчика декларацию о доходах, в которой указывается происхождение денежных средств. Некоторые участники обсуждений сравнивают работу брокера с игровым автоматом, где можно быстро слить весь депозит. Среди огромного количества негативных отзывов встречаются и положительные комментарии, однако их очень мало. В основной части они принадлежат опытным трейдерам, которые разбираются в сервисах и инвестиционных программах, предлагаемых брокером. При этом в своих отзывах профессионалы настоятельно рекомендуют новичкам не терять время и средства на работу у Дьюкоскопи Банк СА, а выбрать дилинговый центр с обучающим материалом и низким минимальным депозитом, такой как Альпари, Робофорекс и другие. Рейтинг брокеров Робофорекс 94 Forex Club, 91 Nord DFX, 89 InstaForex, 88 Grand Capital, 88 лучшие. Стратегии, отзывы, комментарии и обсуждения.